что хороший матч был, в принципе. Что можно еще сказать? Так, должны были раньше выигрывать его. Ну, не выигрывать, точнее, больше забивать. Но было у нас много моментов. Вот. В принципе, все перетерпели. В конце уже забили свое. А первые минут 10 вообще проходили при тотальном преимуществе хозяев. Ну, что потом изменилось? Амур изменился? Или мы немного сбавили оборот? Да не сказать, что просто что кто-то что-то добавил. Что просто такое течение было обстоятельств. Заброшенную шайбу как прокомментируешь? Как там получилось? Просто, рад безумно, то, что удалось открыть счет голам, ну, в КХЛ. Вот. Просто рад и все. Спасибо ребятам, что поддерживали на протяжении игры и всего времени. В тот момент эмоции переполняли. Что творилось на душе? Конечно. Все, я был... Не знаю даже, что сказать. Просто рад. В третьем периоде в перестановке произошли? Насколько комфортно вот там игралось? Ну, комфортно с любимой играется, на самом деле. Просто поговорили с ребятами, как лучше, ну, как играть будем, и все. То есть это тренерское решение уже переставить нас, ну, перетусовать звенья. Поэтому я не могу его комментировать.